Министр внутренних дел Узбекистана подписал приказ об утверждении инструкции о порядке организации и проведении мероприятий по отбору кандидатов на службу в органы внутренних дел. Согласно документу, кандидаты принимаются на добровольной основе путем конкурсного отбора. Количество кандидатов, участвующих в конкурсе, не ограничено. Желающие поступить на службу должны обратиться с соответствующим заявлением в органы внутренних дел по месту постоянного жительства. К заявлению должны быть прикреплены следующие документы: биометрические паспорта или ID-карты заявителя, а также его близких. Рекомендательное письмо с места учебы или работы, биография, написанная заявителем от руки или напечатанная на компьютере, анкета-справка, военный билет, а также справка о состоянии здоровья. Для проведения конкурса издается приказ о формировании комиссии по организации и проведению конкурсных мероприятий. В целях обеспечения открытости и прозрачности проведения конкурса могут быть приглашены граждане для участия в деятельности комиссии. Конкурс включает в себя следующие этапы: предварительное изучение, оценка физической подготовки, оценка уровня интеллектуального развития и психоэмоциональной устойчивости, и последнее – это итоговое собеседование. Спортсмены, выигравшие национальные соревнования за последние 5 лет, либо занявшие одно из 3 призовых мест в международных спортивных соревнованиях, принимаются на службу на основании итогового собеседования.